Итак, дано. С ресетом 14 января у Осириса появилось поручение под названием «Путешествие по коридорам времени». Берем его и отправляемся в коридоры времени. Там нужно пройти через 19 вневременных хранилищ. За каждый пройденный коридор – страница лора. Чтобы попасть в каждое хранилище, нужно пройти через специальную последовательность комнат. В этом видео я только покажу все их на экране в правильной последовательности. На момент записи концовка квеста остается открытой, и полную версию мы зальем после прохождения всего задания. Как пользоваться кодами? Заходите в первую комнату с мобами, находите символ перед дверью, который указан в коде первым, и проходите в тот коридор. В следующей комнате находите вход со следующим символом и так далее, пока не дойдете до вневременного хранилища. То есть код означает последовательность дверей. Всех противников в каждой комнате, кстати, убивать не нужно, просто пробегайте. Когда вы дойдете до хранилища, вам нужно будет собрать страницу лора у края светящегося круга. Если вы наступите в центр гробницы, вас телепортирует в самое начало, так что убедитесь, что вам сначала дали страницу с лором. В стартовом зале вы сможете сбросить комбинацию через небольшой обелиск рядом. Это нужно делать после каждого забега или в случае ошибки. Итак, коды на экране.